сцене президент Международного благотворительного фонда «Искусство без границ» Светлана Валентиновна Засохова. Наверное, со строк песни «Я люблю тебя жизнь». Учитывая то, что мы работаем с детьми, не любить ее просто невозможно, эту жизнь. И, дорогие дамы и господа, добрый вечер. А дети есть? Тоже добрый вечер. Мы сегодня отмечаем юбилей, можно сказать, нашего фонда. Сегодня 5 лет со дня его основания. И 3-й фестиваль ретро «20 век голосами детей 21 века», который мы посвятили совершенно фантастическому человеку, выдающемуся деятелю общественному. Порядочности необыкновенной. Я должна вам сказать и хочу поблагодарить Иосифа Давыдовича Кобзона и Владимира Владимировича Путина за то, что сегодняшний вечер состоялся. И, конечно, я хочу сейчас позвать на эту сцену народного артиста Советского Союза, великого общественного деятеля, великого, абсолютно великого, порядочного человека, нашего любимого, которого знает вся и вся страна, я надеюсь, и мир тоже, Иосифа Давыдовича. Когда мы упрекаем молодых наших сограждан о том, что не так поют, не то поют, не так выступают, пытаемся винить их, хотя, конечно же, мы прекрасно понимаем, что это наша вина. Мы их так воспитали. Мы воспитали, государство так воспитало. Средства массовой информации, телевидение все сделали для того, чтобы мы огорчались и говорили, ну что же это такое? Сегодня, уверяю вас, вы будете не только приятно удивлены тем, что вы услышите, но вы еще будете гордиться тем, что вы живете в той стране, которую сегодня наши юные исполнители будут прославлять. Я сам не предполагал, дело не в репертуаре Кобзона, который полвека отдал этой гражданско-патриотической теме. Дело в том, что мы все должны любить свое Отечество, так как любили его наши предки, так как любили его наши победители, в Великой Отечественной. В этом году мы
будем отмечать 200-летие Бородино. Это тоже великое событие в жизни и в истории России. И в новой России так важно не забывать то, что было и предшествовало. Неважно, к сожалению, произошло то, что произошло. Не стало великой державы, но была, есть и будет всегда великая Россия. И мы должны все сделать с вами. Все сделать для того, чтобы она была великой. Кто-то однажды на встрече с залом, с молодежью, когда я говорил на эту тему, выкрикнул из зала: «Пускай сначала она нас полюбит». Я тут же задал вопрос: «Скажите, пожалуйста, молодой человек, а за что? За что вас должна любить Россия? Что вы сделали для России? Россия вас родила, воспитала. Россия подарила вам великую историю, великую культуру. А что вы сделали для России?» Каждый из нас должен что-то, в меру своих возможностей, сделать для своей Родины, для своей России. Сегодня я вместе с вами буду в очередной раз получать удовольствие от исполнения тех песен, которые величают Россию, величают подвиги наших соотечественников. И дай Бог, очень трудно было и Дзасоховой Светлане Валентиновне, и всем педагогам, которые воспитали этих ребят, пропагандировать это творчество. Очень сложно было достучаться до телевидения, которое отвечало: «Это не наш формат». Вы понимаете, патриотизм в России перестал быть форматом. Это не наш формат. Что же тогда является нашим форматом? Разве не любовь к Отечеству? Но это не наш формат. Вот вы, присутствующие в зале, это и есть формат России. И это и есть те люди, которые любят свое Отечество и которые, безусловно, все возможное делают для того, чтобы наше Отечество процветало. Я не знаю, как сложится судьба тех исполнителей, которых вы сегодня услышите. Наверное, так хочется думать и верить, кто-то из них будет продолжать это творчество, а возможно и станет звездным исполнителем, возможно он утвердится, как некоторые исполнители, которых мы знаем. Но так хорошо, что эти дети сегодня поют, которых мы оторвали от улиц, которых мы пригласили к любви к Отечеству. И они искренне, вы это увидите и услышите, они искренне это делают. И как важно, чтобы дети этих детей, которые сегодня выступят, следовали и вспоминали историю и биографию своих прародителей. Я желаю вам успехов. Я желаю вам получить наслаждение, не сомневаюсь в этом, но все-таки, чтобы это не прозвучало нескромным, я хочу сказать, вы будете удивлены приятно услышанным, и я вместе с вами буду рукоплескать этому замечательному творчеству. Успехов всем тем, кто выйдет на эту проставленную сцену. Спасибо.
когда мы договорились. Жюри – это он. Иосиф Данилович Кобзон, который любезно согласился, и мы за это благодарим его, стать президентом фестиваля. Надежда.
что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает, как прежде, в небе незнакомая звезда. Андреев Александр, 10 лет, город Тула. Прозвучит песня Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского «На безымянной высоте». Oh,
Вагнера, стихи Алексея Фатьянова «В городском саду». Смуглянка. Раскудрявый, он зеленый листы сносит.
Абасов Белек, 18 лет, город Махачкала. Концертмейстер Анна Иванова. Музыка Александра Пахмутовой. Стихи Михаила Львова. Горячий снег. Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели и шли солдаты по зале. Там в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельная битва этой ветер, как бы расплавленный металл. И сжег, и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось в танке человек. Встречались в схватке рукопашной, и брев вращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. Следующий участник программы Гаджиева Сабина, 14 лет, город Кингисепп, Ленинградской области. Музыка Исаака Дунаевского, стихи Льва Ашанина. «Ехал я из Берлина». По дороге
продолжает программу трио «Молодые москвичи». На сцене 9-летние Минаков Данилов Тимур и Юбкин Гордин. Прозвучит песня Василия Соловьева-Седова на стихи Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты». Стихи Наума Лобковского и Бориса Ласкина. Песенка «Фронтового шофера». Через реки, горы и долины, сквозь пруду огонь и черный дым, мы вели машины, объезжаем мины, по путям дорога фронтовым, как дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и скор.
сцене Сахарова Екатерина, 16 лет, город Москва. Ты же выжил, солдат. Отразился огонь.
Thank you.
Возможно, они будут учеными, профессорами, педагогами. Но ясно одно, занимаясь тем, чем они занимаются, они никогда не будут воевать. У них никогда не будет наркотиков, потому что у них совершенно другие мысли и взгляды. Я со многими с ними общаюсь. Они совершенно фантастические дети, и это действительно другое племя. Оно может быть молодое, и оно действительно незнакомое. Оно незнакомое, и когда педагоги некоторые начинают с ней бороться и их перевоспитывать, не надо, они другие. Они такие, как мы, они должны жить лучше, потому что они делают то, что они сейчас делают, они будут любить свою страну и любить свою родину, а не так, как происходит во многих местах нашего необъятного союза бывшего. И сейчас я хочу представить народную артистку Советского Союза, лауреата государственного премии Людмилу Алексеевну Лядову. Встречаем! Песни. И большое спасибо всем организаторам, которые сегодня нас собрали. Я сейчас хочу посвятить все свои песни Иосифу Давыдовичу Кобзону, который пел тоже мои песни разные. И романсы, и старый марш был первым исполнителем Иосиф Кобзон. И я сейчас хочу спеть вам своим композиторским голосом романс, который называется «Не бойтесь боли от любви, на стихе Дадоне Ковалева». Не бойтесь боли от любви, что сказкой кажется в начале, ведь жизни за нее свои веками люди отдавали. Ну что ж, пускай не повезло, и боль ночами сердце студит, о прошлом было. Каждую песню. Вот посвящается эта песня нашей великой Примадонне Клавдии Ивановне Шульженко, которую пела в колонном зале на стихи Олега Милявского. Когда-нибудь время быстро мчится, нам петь
за нас поют. Луна заглянет ко мне в мое оконце, и я, как будто став моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике на лесовавшем круг. Когда-нибудь не завлекайтесь, люди, ведь времени не остановишь ей. Седыми станем, бабушками будем, и будем провожать 20-й век. И все мы знаем, что мы старше станем, но все равно, как годы мы не шли. Катюшу вспомним, вспомним на кургане, земля луной, конечно, жуя были. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час, любимый мной вами вальс о вальсе объявят, как стариннейший у вас. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что смелая, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь. Свою душу и сердце. Без души это невозможно совершенно. Поэтому я хочу сейчас спеть вам новую песню, которую тоже посвящаю всем участникам и вам, на стихи Светланы Белявской, которая живет в городе Перми. Называется эта песня «Была бы богата душа». Пожалуйста, дайте мне фонограмму. Я буду очень рада. Это минус. Давайте любовь свою у нас, была бы богатой и чистой.
станет на стол все, что есть, и все-таки жизнь хороша. Thank you.
Ленина, 11 лет, город Саров, Нижегородская область. Михаила Штейнберга. Гайда тройка.
Марину, 18 лет, город Москва. Охраняю народную артистку СССР, композитора Людмилу Лядову. Прозвучит романс на слова Ивана Сергеевича Тургенева «Утро туманное». Области. Музыка Аркадия Островского, стихи Льва Шанина, а у нас во дворе. А у нас во дворе есть девчонка одна,
Наталья, 11 лет, город Москва. Музыка Марка Правкина, стихи Роберта Рождественского. Там, за облаками. Ирина, 11 лет, город Архангельск. Музыка Леонида Вербицкого, стихи Александра Прохорёва. Идет девчонка. Thank you.
сцену выйдет Акобия Марианна, 9 лет, город Москва. Слова и музыка Ирины Григорьевны, доченька. Рембрандтовская Кристины, 18 лет,
«Город Москва». Музыка Платона Майбороды, стихи Андрея Малышко. «Ритна, мать моя».
Я приглашаю на эту сцену народного артиста Советского Союза, профессора и самого любимого нашего исполнителя, Георгия Кобзона! Спасибо! Я очень рад, что вы так горячо приветствовали моих молодых коллег. Они пели хорошие песни. Они, правильно сказала Светлана Засокова, они будут замечательными людьми по жизни. И я думаю, что те песни, особенно песни военных лет, самые чистые, самые святые песни, они останутся в памяти на многие годы, чтобы не говорить пафосно, на века. Я моим молодым коллегам, вот, которые приходят, говорят: ну, Господи, что вы мучаетесь, что вы ищете новые песни, заказываете их, находите средства для того, чтобы заказать эти песни. Поройтесь в антологии нашей отечественной песни. Вы найдете так много хороших песен. Вот сейчас вы услышали песню, которую я спел однажды с Некрасовым, с оркестром народных инструментов. Смотрите, как мальчишка пел, а русской песни сейчас, оказывается, не формат. В России русская песня не формат. Вот вам формат. Перед вами только что выступил. И ваш коллега. Ну, я продолжу военно-патриотическую тему. Я благодарен моим молодым коллегам, которые наполнили свой репертуар этими песнями. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, минуты. Если останусь живым на войне, встречи с тобою в родной стороне, только пока я боюсь, не позабудь обо мне, а эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, минуя. Как же тебя увидеть хочу, скоро все юнкерсы до калачу, скоро прижмусь не к зенитке, а к дорогому плечу, а эти тучи в голубом напоминают море, и вернусь в тот старый дом, где кружат чайки за окном, и мы с тобой станцуем вальс, и мы с тобой станцуем вальс, и мы с тобой станцуем вальс, мажоре. Спасибо.
тому, что каждая песня у меня имеет свою биографию. Скажем, и только что прозвучавшая песня. Однажды меня Саша Журбин пригласил для фильма исполнить эту песню. Я ее записал на студии, а потом он сказал, что эта песня должна прозвучать в фильме, в кинотеатре. Такой сюжет там. Немцы, значит, и вот в кинотеатре перед сеансом нужно исполнить эту песню. Я говорю, при всем уважении к тебе, Саша, и который только что я записал, я не смогу сыграть в этом фильме. Была приглашена небезызвестная вам замечательная Кристина Арбакайте. Так что у нас получилось двойное исполнение. Вот. Но остальные песни я постараюсь назвать. Прошу, Алексей. Народный артист России Алексей Немцяков. Темная ночь, только пули свистят по стене, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спи, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная тень пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера отпули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались с ними. Вот и теперь надо мной она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спи, и поэтому знай, со мной ничего не случится. И поэтому знай, со мной ничего не случится. Будем дружить.
петь и кружить, танцевать я совсем разучился, и прошу вас меня извинить. Утро снова в покой, покидая ваш маленький дом, я пройду мимо ваших ворот, где с вами совсем не знаком. Недалек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю, о чем. Сегодня мы отметили день рождения Бориса Сергеевича Ломова. Спасибо. После концерта получите их все обратно. Спасибо. Знаете, каждая песня, особенно песни военных лет, имели свою историю. Спасибо. Вот эта песня, которая сейчас прозвучала, историю мне рассказал Евгений Иванович Долматовский и Марк Григорьевич Франке. Они ее написали в 1943 году. А позднее, когда я познакомился с героем Советского Союза, с летчицей, полковником Надеждой Васильевной Поповой, она мне рассказала эту историю, которая произошла во время войны. Да, они действительно встретились случайно и нашли друг друга, вот этих два летчика, в 1945 году. Нашли, когда их награждали званиями Героя Советского Союза. Это вот такая была семья Героев Советского Союза. А вот история, которая произошла у меня с песней, вам хорошо известной, знакомой. Я записывался на студии «Мелодия» на улице Станкевича, и ко мне обратился редактор Рыжиков с просьбой. Знаешь, говорит, мы сейчас привезли из клиники Марк Науча Дернес, мы его привезли на полчаса, уступи студию. Я говорю, о чем вы говорите? И пришел Фредрик Ян Абрамович вместе с Марком Наумовичем Дернесом. Мы с ними дружили. И он записал песни. Мы стояли в аппарате, слушали, переживали, безумно плакали. И когда эта песня была записана, вошел в аппаратную Марк, расслушал ее и сказал, ну вот, и спел я свою последнюю песню. После того, когда не стало Марка, он ее так на сцене никогда не пел. Но после того, как его не стало, мы договорились с Яном Абрамовичем Фрэнкелем в течение года вообще не прикасаться к этой песне. И только через год мы ее исполнили. И она стала, слава Богу, популярной, безусловно, в исполнении Марка Дернеса. Thank you.
превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Знаете, однажды я пел песню, и ко мне за кулисами подошел Константин Симонов, и который сказал: «Дорогой Иосиф, почему вы поете неправильные слова?» Я говорю: «Почему, Константин Иосиф?» Он говорит: «Я не писал таких слов, это ваши редакторы там исправило все, это неправильно». И я говорю: «Какие вы писали слова?» Это была песенка военных корреспондентов. И там были такие, я пел: «Без лотка, товарищ, песни не заладишь. Так давай мы маленько хлебнем». Он говорит: «Я так не писал. Я писал без 100 грамм, товарищ, песни». И еще он сказал, что, ну, сейчас вот я, короче говоря, я спел в редакции автора, дальше и по сей день я пою только в редакции автора. Ну вот сейчас, Алексей. Где бы не скитались мы в пыли,
с ликой блокнота, а то и с полимета. Сквозь огонь и стужу мы прошли. Инстаграм, товарищ, песни не дали, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за О2, за Эмку, за Усте. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто прикнет. С нашим покачуют, с нашим поночуют, с нашим повоюют и хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. Нам и кафедра, и за ним наганом первыми врывались в города. Выпьем за победу, за свою газету, а не доживем мы дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Я хочу сказать, есть еще история, как много, я не знаю, может быть, когда-нибудь я расскажу об истории песен, особенно самых лучших песен о войне, о подвиге, песен военных лет. Вот то, что ребята сегодня вам пели. А сейчас я хочу посвятить песню «Все Палычу». За эту песню выдающегося советского поэта Исаковского исключали из Союза писателей. А слова-то проникновенные, вы ее знаете. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти, солдат? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой зарос. Стоит солдат и словно комик.
застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай Прокофьева, героя, мужа своего. Готов для гостя угощение, накрой себе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, простой, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдут со мной друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью сердце говорит: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. А на груди его светилась медаль за гору Будапешт. Медаль за гору Yeah.
седьмою на висках эта рада со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Возвратились мы не все, босиком попробегаться по России. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как огни, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, с тенелою на висках, это со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Наш вечер награждением наших детей. Я сейчас определяюсь. Ансамбль колледжа имени Галины Вишневской. Попозже сказать, то я скажу сейчас. Дело все в том, что то, что нам естественно, конечно, и мы благодарны, потому что это не состоялось бы при помощи Владимира Владимировича Путина и Иосифа Давыдовича Кобзона. Я хочу поблагодарить, во-первых, одних из родителей, которые не сказали, не хотели говорить слова, чтобы я их называла, родителей детей, к которым я обратилась
просьбу найти спонсоров, и они сказали, что они это сделают сами. И при их помощи у меня состоялся, в результате у меня состоялся конкурс в культурном центре Украина. И, конечно, я не могу не обратить внимания на то, что мы с Аллой Георгиевной Грязновой, которая председатель нашего оргкомитета, сотрудничаем уже 3 года. И я не могу поставить жирную точку в нашем мероприятии, если бы не Алла Георгиевна тоже, потому что она тоже очень помогла нам в последние дни этого конкурса, потому что тоже, если бы не она, могло бы ничего не получиться. Каких-то вещей, вернее, могло бы не получиться. Спасибо большое. Всех спонсоров, которые у нас были, которые подарят детям. Это председатель совета директоров группы компании «Конфаэль» Ильдарханова Ирина Борисовна. Представитель компании «Зельгрос» в России рестлер Увы Кнур. Спасибо. Руководитель проекта компании «СТ» Кизири Ладобрам, в чем, к сожалению, не смог присутствовать. Генеральный директор компании «Вода Бучковская» Елава Зураб Владимирович, он тоже разный стороны. Естественно, конечно, президент Кофи Монтана Александр Малчик, он тоже здесь присутствует. Главный редактор журнала «Женщина и политика» Яценко Владимир Алексеевич. Генеральный директор ООО «Великая эпоха» Каюрина Капурина Татьяна Леонидовна. Главный редактор издания «Лента ТВ» Морозов Олег Вячеславович. И сейчас я приглашаю на сцену председателя совета директоров группы компании «Конфаэль» Ильдарханова Ирина Борисовна и представители компании «Зельгрос» в России. Господин Лес. Замечательным праздником, посвященным нашим молодым, замечательным, талантливым исполнителям. Но особенно мне хочется сказать, что весь репертуар был составлен у наших ребят из замечательных песен репертуара Иосифа Давыдовича «Камзона». Я благодарю всех спонсоров, которые здесь являются настоящими, совершенно замечательными людьми, которые сами по собственной воле решили помочь нам провести этот конкурс. От всей души хочу поблагодарить Засухову Светлану. Света просто чудеснейший человек. У нее душа болит за процветание нашей страны. А что такое страна? Она развивается только тогда, когда растут новые поколения. Но не просто новое поколение 21 века, а поколение, которое знает историю страны. Именно поэтому я очень рада, что сегодня удалось составить такую программу, в которой память о тех, кого нет с нами. Память о тех, кто позволил нам родиться, воспитать детей своих, воспитать внуков и правнуков. Это те герои, которые выиграли Великую Отечественную войну. И спасибо вам, ребята, что вы так блестяще пели эти военные песни. Дорогие друзья, я думаю, что сегодняшний вечер многие из нас могут назвать вечером, недавно, наверное, у многих из нас не было вечеров, где мы получали бы столько наслаждения и удовольствия. Поэтому я думаю, что от всех нас мы... Скажем спасибо организаторам конкурса, Юсифу Давыдовичу и детям. Поэтому поздравляю всех детей и хотела бы, чтобы им начали вручать подарки. Юсиф Давыдович, мы поручили сначала вручить подарок вам. Трудно вытащить, так как нет навыков.
Давыдович, ну так как вот я, честно сказать, вот смотрю с завистью на тех, кто умеет петь, совсем мне это не получается, поэтому решила научиться делать что-то тоже очень красивое, и поэтому для вас специальная шоколадная телеграмма, сделанная моими руками. Спасибо. Которая нас покорила. Нашим восторгом не было предела. И я думаю, что самое главное, мы еще получили огромный заряд молодости. Людмила Алексеевна, ну про вас. Можно вас поздравить? Сегодняшнего вечера Светлане Валентиновне Засоховой. Спасибо огромное. Знаете, ну, Марина всегда вообще получает. И сейчас я хочу вам предложить вручить подарки от Зельгрота. Очень мужественному, очень твердому, очень последовательному в жизни и очень талантливому. Я дарю небольшой подарок от нашей компании. А сейчас мы приглашаем на сцену доктора медицинских наук, профессора, поэта Геннадия Сорокаумова. Дорогие друзья, дорогая Светлана, ты просто молодец. Это короткое стихотворение я посвящаю тебе, твоей большой многонациональной семье и, конечно же, светлой памяти твоего замечательного мужа. Когда оценивать пришлось, мечтать о милом под Тальянку, и как тогда вам удалось с любовью покидать Таганку? Жених неслыханно любил, родные на руках носил, ваш брак, конечно, укрепил союз Осетии с Россией. Пускай растет ваш новый дом, как яркий всплеск дороги вашей. Он каждому из нас знаком, гостей любимых полный чаш. Спасибо. Коротенько все, спасибо еще раз всем вам за то, что вы оказали честь, пришли сюда на встречу с этими замечательными молодыми исполнителями. Пусть им повезет в жизни. Пусть эти награды, это признание, самое главное, ваши аплодисменты, пусть их сопровождают на протяжении, надеюсь, счастливой и долгой жизни в нашей любимой России. Нужно любить жизнь. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не он. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы ты стала мне мало дано, жить в земле и равнина морская, неизвестная.
есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак, поцелуй на рассвете. Вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причал. Будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину за вечерней. Жизнь ты бог, солдат, что погибли тебя защищая. Так легко и вершин, трудным звуком весеннего дня. Я люблю тебя жить и надеюсь, что это взаимно. Жизнь, не надеюсь, что это взаимно.